Здравствуйте, с вами программа «Здорово выглядишь». Нити для лифтинга лица – чисто российское изобретение. Они были созданы и запатентованы в 1996 году российским пластическим хирургом Марленом Соломанице. С тех пор его команда разработала более 20 различных видов нитей для разных зон лица и тела. Очередные новинки уже появились в самарских клиниках. Изменили вид проводника. Вместо, допустим, трехгранной иглы стала гладкая игла, что позволило очень легко, очень просто проводить нить в мягких тканях с помощью этого проводника. Это безопасно. Тот период, который реабилитационный после нити укорачивается, это профилактика отеков, гематом. Но сама нить по структуре осталась такой же. Она очень плотная, с мультинаправленными насечками, что позволяет очень быстро, легко и качественно зацепиться в мягких тканях. Нитки также остались не рассасывающиеся из полипропилена, и они тоже с насечками, и рассасывающиеся из капролака, в состав которого входит полимолочная кислота, которая оказывает очень мощный омолаживающий эффект. По истечении приблизительно от 2 до 6 месяцев пациентки наши видят, как не только явен становится лифтинг тканей, но еще структура кожи, она более плотная, более гладкая. Если есть пигментация, то пигментные пятна очень легко корректируются с помощью той полимолочной кислоты, которая входит в состав нити. Большой выбор различных видов нитей позволяет врачам подбирать для каждого пациента наиболее эффективную технику. Нитевой лифтинг помогает разгладить мелкие и крупные морщины, провести подтяжку бровей, сформировать овал лица, убрать второй подбородок, сделать подтяжку кистей рук, зоны декольте, живота. Для области вокруг глаз и зоны около губ есть свои методики и свои нити. Для мелкой коррекции есть и нити такие мелкие, специальные. Это линейка нано-нити. Они специально для того, чтобы чуть скорректировать уголок рта, поднять его. Или поднять краешек брови. Или укрепить зону, очень нежную зону, вокруг глаз, переорбитальную зону. Или на шее, или зону декольте. Все это очень особенные зоны, где то кожа очень тонкая, она также подвергается старению, но мы можем ее укрепить, омолодить. Наши пациенты спрашивают, а надолго или ненадолго этот эффект. Самое главное, что делают нити, они создают внутри кожи искусственные связки, за счет которых лифтинг долговременный. Неограниченные возможности коррекции возрастных изменений с нитями Аптос в клинике ЛЕЦ. Улица Революционная, 70, Садовая, 280, телефон 276-06-86. Социальные сети российских звезд сегодня буквально завалены публикациями и хвалебными отзывами о методике плазмолифтинга. Но есть еще более усовершенствованный вариант этой процедуры – плазмолифтинг с использованием обогащенной тромбоцитами плазмы. Об этой и других косметических новинках мы вам сейчас расскажем. В Самару наконец-то пришла уникальная методика PRP-терапии. Это омоложение лица и тела собственной плазмой. Но в отличие от обычного плазмолифтинга, в PRP-терапии используется плазма, в которой содержится в 4 раза больше тромбоцитов, что в разы усиливает эффект от процедуры. Еще одна инъекционная новинка – методика плацентарной анти-эйдж-терапии. Это одно из наиболее эффективных средств как в терапии, так и в косметологии для восстановления печени, оздоровления организма, лечения угревой болезни. Это современный метод очищения организма и восстановления иммунитета. Мезотерапия нового поколения, созданная на основе плаценты, действует на организм комплексно. Например, этот препарат не только позволяет сохранить молодость и красоту кожи, лечит пигментацию, устраняет рубцы, но и продлевает репродуктивный возраст мужчин и женщин, отодвигая время наступления климакса, улучшает настроение и сон, устраняет старческий запах.
Абсолютно новая для Самары косметологическая методика – кинезиотейпирование. На поверхность кожи накладывается тейп, который создает условия для активации микроциркуляции в соединительной ткани, способствует выводу продуктов обмена и усилению лимфотока. В результате улучшается упругость и эластичность кожи, повышается ее тонус. Кинезиотейпирование может быть прекрасным дополнением к лазерным процедурам. Фракционное лазерное омоложение по-прежнему пользуется большой популярностью. Это мощная подтяжка кожи, устранение морщин и пигментации, лечение растяжек и рубцов после угревой сыпи. Для лечения самой угревой болезни используется другой аппарат – диодный лазер последнего поколения. С помощью этого же лазера можно удалять сосудистые звездочки, а также навсегда избавиться от нежелательных волос. Лазер работает даже на смуглой коже. Поэтому загорать можно и до, и после процедуры. Методик для вашей стройности и красоты множество. Ботулинотерапия, микротоковая терапия, контурная пластика с использованием филлеров последнего поколения, фотоомоложение, дерматония. Быть красивой просто, если эту красоту вам дают настоящие профессионалы в косметологии. Прорыв в косметологии и эпиляции. Безболезненная лазерная эпиляция на диодном лазере Медиостар Некс. Удаление волос навсегда. Загорай до и после. Лазерное омоложение, удаление сосудов, терапия акне. Центр лазерной эпиляции и косметологии. Телефон 212-200. Самая лучшая прическа – та, с которой не нужно возиться. Утром встал, слегка намочил, и вуаля, на голове красота. Именно поэтому многие девушки, у которых прямые волосы, мечтают о кудрях. Японские производители не устают придумывать все новые и новые средства для восстановления и окрашивания волос. Их очередной шедевр называется «маникюр для волос». По своей сути, маникюр похож на знаменитое биоламинирование, но с одним серьезным отличием. Маникюр не только защищает волосы, но и окрашивает их. Для тех, кто не знает или забыл, биоламинирование – это процедура, при которой волосы покрываются тончайшей пленочкой. В результате они становятся более плотными, упругими и гладкими. Маникюр для волос способен на большее. Он придает волосам нужный оттенок и блеск, а при необходимости способен полностью изменить цвет волос клиентки. Волосы уплотненные, увлажненные, объем, очень хороший объем и стойкость цвета до 2 месяцев. Маникюр для волос может окрашивать волосы сам по себе. Палитра цветов огромная, 26 оттенков, которые можно бесконечно комбинировать и создавать новые потрясающие тона. Кроме того, в само средство для маникюра можно добавлять перманентный краситель и добиваться совершенно невероятного перелива и блеска волос. Сочетание перманентного красителя с маникюром дает потрясающие оттенки, потрясающий блеск, потрясающий уход, который волос будет держать до 2 месяцев. Маникюр для волос на 80% состоит из природных компонентов. Экстракт календулы оказывает бактерицидное и восстанавливающее действие. Экстракт японской липы увлажняет волосы, возвращает им блеск и мягкость. Экстракт ромашки обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Молочная кислота сохраняет pH-баланс в волосах. Экстракт зверобоя укрепляет корни волос. Маникюр защищает волосы от солнца, от пыли и ветра и на 10% увеличивает объем волос. После отпуска море, солнце, волосы у меня были очень пересушенные. Сейчас они такие живые, мягкие. И цвет, конечно, мне понравился, очень насыщенный, яркий. Маникюр с окрашиванием подходит абсолютно всем. Абсолютно на любые волосы абсолютно. Очень хорошо на пористые волосы, так как сглаживает чешуйки, они становятся глянцевыми. Но для блондинов хорошо, волос будет сохранять очень долго цвет. И если человек собирается куда-нибудь уезжать отдыхать, то будет хороший результат, цвет будет держаться очень долго. Результаты прекрасные, потому что волосы очень гладкие, красивые, и они стали так, как будто бы легче. И меньше пушаться. У меня потому что свои волосы волнистые, вот, очень много из-за этого проблем. Сейчас вот меня уложили, вообще красота.
Густые, объемные, блестящие волосы – результат новой процедуры маникюр для волос. И, конечно, в ассортименте салона остались давно известные хиты. Биозавивка волос, окрашивание японскими красителями, различные процедуры для восстановления структуры волоса после жаркого солнца и соленого моря. Маникюр для волос от японской компании Napla представляет салон красоты Bon Chance, а также молекулярное моделирование, окрашивание волос и другие бьюти-процедуры. Улица Молодогвардейская, 178, телефон 270-66-66. Фракционное лазерное омоложение – процедура, которая произвела революцию в лазерной косметологии. Тонкий луч лазера проникает вглубь кожи, удаляет старые и поврежденные клетки. При этом верхний слой кожи не травмируется. В поврежденных зонах запускается интенсивный синтез нового коллагена и других белков, которые способствуют омоложению кожи. С помощью фракционного лазера можно избавиться от морщин, растяжек, рубцов, последствий акне и пигментных пятен. Фракционное лазерное омоложение – наиболее эффективная и безопасная альтернатива лазерной шлифовке кожи. Технология, которой уже воспользовались миллионы женщин во всем мире – термаж – глубинный лифтинг кожи без хирургического вмешательства. Во время процедуры происходит воздействие на кожу радиочастотной энергии, которая стимулирует клетки фибробласта вырабатывать новый коллаген. При этом коллагеновые волокна уплотняются, ткани укрепляются и кожа становится более подтянутой. Более того, в течение 6 месяцев после процедуры лифтинг-эффект усиливается, что обеспечивает длительный результат воздействия. Показания для процедуры – мелкие и глубокие морщины, неровности кожи, опущение овала лица, дряблость кожи после беременности и похудения. Красивая кожа и угревая болезнь – понятия несовместимые. Для лечения угревой сыпи врачи используют фотопневматическую терапию, которая позволяет очистить кожу от воспалительных элементов даже в тех случаях, когда другие методы бессильны. С помощью фотопневматической терапии можно лечить легкие, средние и среднетяжелые формы акне. Улучшение заметно уже после первого сеанса лечения. Электролиполиз – это воздействие на жировые клетки низкочастотным импульсным током через специальные электроды. В процессе процедуры жировые клетки распадаются и естественным путем выводятся из организма. Курс состоит из 10-15 процедур. За один курс объем проблемной зоны уменьшается на 15-25 сантиметров. Кроме того, электролиполиз помогает избавиться от целлюлита даже третьей и четвертой стадии. Что такое мезотерапия, знают все. А вот мезодиссолюция – методика относительно новая. Ее суть заключается в том, что в проблемные зоны вводится специальный гипоосмолярный раствор. При попадании этого раствора в жировую ткань клеточные мембраны разрываются и жировые клетки разрушаются. Мезодиссолюция, а также мезодренаж не только помогают ускорить процессы похудения, но и подтягивают кожу на животе и бедрах. Еще один лидер мировой косметологии – диодный лазер, который дает возможность навсегда избавиться от нежелательных волос. Причем, в отличие от александритового лазера, диодный лазер работает не только на светлой, но и на смуглой и загорелой коже. Волосы устраняются исключительно с помощью света, и, как правило, на коже не остается ничего, даже легкого раздражения. Кроме того, с помощью диодного лазера можно удалять мелкие сосуды и сосудистые звездочки. Клиника «Эстетика», улица Новосадовая, 142, телефоны 334-0024 и 334-67-90. Некоторые родители готовы ехать в Самару из самых крайних регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья. А некоторые, живя в Самаре, даже не знают, что ребенку с задержкой развития можно помочь. Задержки речевого и психического развития успешно лечатся только в возрасте до 5 лет. Дальше велика вероятность того, что ребенок пойдет в специализированную школу и никогда не догонит своих сверстников. С Сашей мы уже встречались 7 месяцев назад. Уже в 6-й раз мама привезла его из Украины на лечение к самарским неврологам. В 3,5 года словарный запас Саши состоял из 15 слов. Книгами он вообще практически не интересовался. Игры тоже. Он просто бегал, все разбрасывал. А теперь, конечно, да, мы и книги рассматриваем, и лепит. Он сам уже, кстати, научился писать хорошо, рисует. Вот. Тогда как бы этого ничего не было. Поведение Саши на тот момент огорчало маму еще больше, чем отсутствие речи. С ним было трудно даже выйти на улицу, а сходить в магазин просто невозможно.
Это был неуправляемый ребенок. Понимание речи было на нулях, можно сказать так. Он кричал, падал на землю, на пол, мы его держали. Ну, речь, по-моему, 3 или 4 слова он говорил. Гидроцефальный синдром с элементами аутизма. Так звучал Сашин диагноз 3 года назад. Сегодня элементы аутизма у мальчика отсутствуют. У Саши не только появилась речь, он начал с удовольствием общаться с окружающими людьми. Ну, раньше он разговаривал, но как бы в диалог он не вступал. А теперь он, как сказать, может поддержать диалог, хотя пока простой, но я думаю, у нас все впереди. Вот, стал более усидчивый, меньше раздражительный. У него интерес к играм общим с детьми. Вот, он потихонечку начинает общаться со сверстниками, со своими. Метод лечения, который используют самарские врачи, уникален. Это точное воздействие именно на те зоны головного мозга, которые пострадали в результате избыточного давления жидкости при гидроцефалии. С каждым курсом у ребенка появляются все новые и новые возможности для развития. Меняется поведение, появляется речь. Алфавит, алфавит, буквы 33 хранит письмо, письмо. Мы про них поем, букву вместе узнаем. Сейчас он занимается и с логопедом, и с психологом. У него фразовая речь, да, на бытовом уровне, но строит предложения из 5-6 слов. Эти предложения осознанные. Он запоминает какие-то стихи короткие. Если сравнивать, конечно, с по возрасту, то, естественно, он мало разговаривает, но если сравнивать с тем, что у нас было, то, естественно, прогресс очень хороший, и после каждого курса все лучше и лучше. Поэтому надежда не умирает, мы будем лечиться, ездить, мы все-таки надеемся пойти в нормальную школу. Реацентр «Самарский» представляет программу «Здоровый малыш». Детям до 1,5 лет сертификат на лечение в подарок. Ранняя коррекция задержек развития у детей. На сегодня все. Увидимся с вами на следующей неделе. Пишите нам на нашу электронную почту здорово-тв@mail.ru. Будем рады любым отзывам и предложениям. До свидания и будьте здоровы! Благодарим за предоставленные интерьеры Центр красоты и здоровья «Золотой век».